Тем временем в Таджикистане депутаты предложили поправки в Конституцию, которые снизят возрастной ценз для кандидатов в президенты. Такие меры позволят сыну действующего президента Эмомали Рахмона принять участие в выборах в 2020 году. В настоящее время возраст для кандидатов в президенты начинается с 35 лет, однако этот минимум могут снизить до 30. По словам наблюдателей, к 2020 году Рустаму Эмомали, сыну действующего президента Таджикистана, исполнится 33 года, что позволит ему при нововведениях участвовать в выборах. Кроме того, новые поправки снимают ограничения по количеству президентских срогов для основоположника мира и национального единства, лидера нации. Этот статус в прошлом году получил Эмомали Рахмон. Новый проект будет направлен в Конституционный суд, после чего назначат проведение всенародного референдума.